Привет, меня зовут Сергей, и как вы поняли из обзора, сегодня у нас два планшета, которые, по сути, немного друг от друга отличаются. Это бюджетные планшеты от бренда T-Class, а у T-Class очень большая серия моделей разных планшетов, нетбуков и ноутбуков. У нас планшет T-Class T-Pad, версия P20 и P20 HD. Приставка HD говорит о том, что здесь улучшенный экран и здесь больше памяти. Но немножко больше об этом поговорим. Эти близнецы имеют следующую цену. Версия P20, не HD, 109,99. Версия P20 HD с чехлом. $150. Обе версии комплектуются вместе с чехлами. Давайте сразу заглянем на этот чехол и больше к нему возвращаться не будем. Он выполнен из качественного материала. Поверхность вот в виде ткани. И она не будет вымазываться и не боится влаги. Внутренняя часть, конечно, остается желать лучшего, потому что будет собирать отпечатки пальцев. Основная часть корпуса этого чехла выполнена из такого туманного цвета силикона. Все отверстия совпадают и соответствуют расположению, а вот кнопка включения и кнопка громкости, они литые, закрытые, то есть нужно нажимать через силикон. Силикон практичный, я думаю, прослужит много лет. Отдельная цена на эти чехлы около $10-12. Упаковка и внутренняя комплектация этих двух моделей, хотя по характеристикам они слегка отличаются, так вот комплектация идентична. Все одинаково. Открыв упаковку, в пакете здесь лежит планшет, здесь находятся аксессуары. Это кабель для зарядки, скрепка и блок питания. Аксессуары у компании T-Class всегда качественные. В данном случае у нас кабель USB Type-C и поддерживает скоростную передачу данных 3.0. С обратной стороны находится блок питания, мощный. Ему не нужны переходники, у него 5 вольт, 2,5 ампера на выходе, 12,5 ватт по мощности. А здесь у нас обычная скрепка для извлечения лотка с сим-картами и карты памяти. Снизу в упаковке под планшетом находится некоторая информация, инструкции и вот такая вот своего рода как информация рекламы, что можно, мол, ноутбук себе прикупить, что ли. Вот такой вот вариант, как реклама. Корпус у данных планшетов полностью выполнен из металла. Металл красивый, смотрится очень оригинально. Единственное место, где это пластик, это рамка. Для того, чтобы можно было, во-первых, расположить здесь все антенны и, наверное, ну, так удобно было сделать компании. Расположение кнопок, камер и разъемов полностью одинаково. То есть просто разные характеристики по памяти и по экрану. У версии P20 у нас экран меньшего разрешения, не HD, а 720. И здесь у нас два оперативки, 32 встроенных. У версии HD экран у нас высокого качества, высокого разрешения. И здесь 4 оперативки, 64 встроенных. Если задней крышкой держать его к себе, то в верхнем правом углу на корпусе располагается камера. Модуль камеры выпирает приблизительно на 2 мм. Над камерой располагается разъем для сим-карты и карты памяти. Открывается с помощью скрепки. Открыли, подтянули аккуратно. И после этого достаем лоток. Здесь рассчитано либо для двух сим-карт, нано-сим-карт, либо для одной сим-карты и карты памяти. Карту памяти поддерживают до 128 гигабайт. То есть с него можно совершать звонки и использовать 4G связь. Немного дальше располагается разъем. Он вот так вот интересно выполнен. Имеется углубление для наушников 3,5. Сбоку кнопка питания выступает. Поклацывания никакого нету, люфта тоже. Здесь кнопка громкости, а здесь кнопка сброса, как всегда, очень уместно на планшетах. Вот здесь располагается микрофон. Обозначение есть, но вы знаете, я не нашел никакого отверстия, чтобы здесь это отверстие было. Виднеется вот здесь вот, как будто бы там сеткой закрыто, но очень-очень все аккуратно сделано, незаметно. Предполагаю, что действительно там находится этот микрофон, и качество вы его тоже услышите. Края у планшета закругленные как на торцах, так и на углах. Если посмотреть на переднюю часть лицевую, то у нас верхняя часть черная, какой бы цвет ни был. Кстати, цвет здесь один, цвет металла, серебро такой. И вот такой вот окантовки имеет рамка.
Рамка достаточно, чтобы удержать в руках. Мне даже удобно, когда здесь есть этот запас для того, чтобы держать его в руках. Диагональ экрана 10,1 дюйм. И здесь у нас располагается еще гнездо для зарядки. Забыл упомянуть. Чуть ниже гнездо USB Type-C и поддерживает OTG подключение. А это значит, что помимо флешек еще и можно подключить мышку и клавиатуру. Сверху находится защитное стекло без воздушной прослойки и с хорошей яркостью. Давайте покажу вам яркость. Это у нас максимальная яркость, а это минимальная. Но минимальная, будто бы телефон или планшет прикручен, ну, приблизительно на 40%. То есть очень слабая минимальная яркость. Даже вокруг ничего не поменялось. То есть особо незаметно изменение. Добавляется, конечно, но хорошо. Сверху стекло защищено пленкой, а пленка, которая наклеена, защищена заводской пленкой. Хочу вам посоветовать отклеить вот эту вот верхнюю пленку. Аккуратно снять. И будете использовать двойную пленку. Ну а для защиты стекла от каких-то падений или царапин, конечно же, прикупите стекло. К этому планшету сейчас стекло в пути, цена его около $5. Планшет по весу 549 грамм. Ну и это неудивительно, у нас диагональ экрана 10,1 дюйм, то есть здесь стекло, и плюс аккумулятор на 6000 мАч занимает тоже место и вес, и, конечно же, металлический корпус. Приятно держать в руках этот вес. В руках он, ну я скажу, что громоздкий такой, и вот непривычно так легко им пользоваться, как это можно пользоваться бы смартфоном. Но следует соблюдать аккуратность. Одев его в чехол, конечно же, в руках он становится менее скользкий, удобно держать. Я думаю, неспроста силиконовая основа корпуса, точнее чехла, помогает его легко удержать в руках. Итак, запускаем и изучаем, и сравниваем некоторые параллели по двум планшетам в отношении функций. Все установлено изначально, вот чистый Android, 10-й, кстати, и это плюс, потому что версия улучшенная уже идут. Темная тема присутствует, активируя ее, у нас все становится темным. Очень удобно в вечернее время. Также есть ночной режим, желтит и настраивается экран. Установив сим-карту, у нас есть полноценное приложение для совершения звонков, причем номер-набиратель — это и русские, и английские буквы присутствуют здесь, чтобы быстро найти нужный нам номер. И если вдруг у вас вышел из строя смартфон, то, пожалуйста, планшет как звонилка отлично подходит. Но использовать его в первую очередь как звонилку, конечно, ну, это крайне аварийный вариант, назовем это так. Но для использования мобильного интернета в наше время, особенно те, кто удаленно работает или живет в такой местности, где нет возможности подключить какой-то проводной интернет, использовать Wi-Fi, то тогда, прикупив одного из провайдеров вашей местности, можно использовать мобильный интернет. Причем здесь в меню каждая сим-карта отдельно интернет можно включить просто по прикосновению. Сим-1, сим-2, пожалуйста. Уровень сигнала мобильной сети отличный, работает хорошо, равносильно тому, как и работают смартфоны. То есть в этом месте как работает смартфон, так и планшет. Ну и неудивительно, здесь есть место, где развернуться антенне. Лаунчер здесь стандартный. Снизу вверх делаем свайп, открывается меню. Здесь у нас есть и голосовой ассистент, который в нашей стране пока не работает. Также имеется FM-радио. Остальные приложения, которые не родные, уже установил я для тестов. Ну а теперь, чтобы продемонстрировать вам, какая разница в дисплеях по качеству, посмотрите, пожалуйста, слева у нас модель P20, а справа P20 HD, то есть качество лучше. И вот значки, посмотрите, как выглядят, где вам лучше кажутся значки, более четче и детализованней. Ну, я, может быть, задал вам непростой вопрос, через глазок камеры, объектив камеры это сложно сделать, но то, что я вижу, значительно лучше, конечно же, у модели HD. Поэтому, если уже брать и обладаете этой суммой, то среди этих двух моделей, конечно же, выбирать модель HD. Вот две одинаковые картинки, одинаковый рабочий стол. Ну, кажется, полностью соответствует по цветопередаче, да? Но давайте теперь будем еще сравнивать звук и посмотрим тест Antutu. Давайте начнем именно с теста Antutu Benchmark. Планшет T-Class P20
выдал 99 585, а планшет Текласт P20 HD выдал на чуть больше 9, то есть разница 108 922. Развернутые показатели у вас перед глазами. Ну и естественно, тут у нас, хотя процессоры полностью идентичны, но у нас есть разница по памяти, по оперативной и встроенной. Поэтому вот такие вот данные у нас перед вами в одинаковой программе Antutu Benchmark версия 8.5.1. Кстати, сейчас я обратил внимание, что без включенного режима эти экраны отличаются по теплоте передачи. У обоих планшетов ночной режим отключен, но как вы видите, этот все равно обладает более теплой передачей, а здесь больше белый с синевой. Напомню, что каждый режим здесь отключен. То есть, если здесь включить его и здесь, вот такая разница. Хотя можно настроить, давайте попробуем максималочку выдавить. А вот вам и максималка, посмотрите. Вот отключить и вот включить. Поэтому у HD, конечно, экран поприятней. Чтобы показать, что действительно все совпадает, я буду на двух планшетах одинаково вращать свойства просмотра характеристик в программе Antutu Benchmark этих планшетов. Вот у нас сверху обычная версия, снизу HD. И посмотрите, вот все сходится. Устройство P20EA, здесь P20 HDEA. Процессор и плата S9863A 1H10. Точно такой же и здесь. Android 10. Все совпадает. За графику отвечает PowerVR GE8322. Разрешение экрана на первом 800 на 1280, на втором 1200 на 1920. Задняя камера на 5 мегапикселей и разрешение вы видите одинаковое. Процессор Unisoc SC9863A, он 8-ядерный с максимальной частотой разгона 1600 МГц. Собран по 28-нанометровому техпроцессу и, скажу так, бюджетник, справляется со всеми поставленными задачами хорошо. Даже на минималках отлично тянет игры. Дальше покажу, как в максималочке справляется. Давайте посмотрим тест мультитача. На 10 касаний, просто в перчатках не буду уже его давить сильно. И здесь у нас плотность пикселей 269 dpi, частота обновления 54 Гц. Задний модуль камеры у нас на 5 мегапикселей, а передний на 1,9. Ну, будем округлять, на 2 мегапикселя. Передняя камера снимает с рамками черными, максималочка 640 на 480 в режиме видео, а задняя камера снимает 1280 на 720 видеосъемку. Аккумулятор на 6000 мАч, но по тестам у нас совсем другая информация. От 0 до 100% он зарядился за 7 часов 21 минуту через тестер, взял 5111 и тестер отключился, значит, не дотягивает до 6000. Но хорошая новость, что в YouTube он продержался тоже неплохо. Полный тест от 100 разряд до 0, сколько он онлайн-видео показывал в YouTube, на яркости 80%, можете посмотреть вот здесь. Поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi 2.4 и 5 ГГц, Bluetooth версия 5.0. По датчикам у нас акселерометр, датчик сильного движения, шагомер и детектор шага. То есть, по идее, здесь должна быть функция, при взятии в руки он должен включаться. Сейчас мы посмотрим. Эта функция находится в настройках в режиме смарт-управления. Просмотр уведомлений в вертикальном положении планшета. То есть, если вы активировали эту галочку, этот пункт, когда вы берете в руки устройство, он спустя несколько секунд должен загореться. Вот я его взял сейчас, направил к себе, и он тогда включается. Но работает с большой такой задержкой, не так, как современные смартфоны быстро включаются. Ну вот, к примеру, мой телефон, это Poco X3, беру в руки, и он гораздо быстрее зажигается, чем этот бюджетный планшет. Ну а что мы хотим? Это бюджетник. Также, перейдя в настройки системы, у нас есть пункт «Жесты» и еще пункт «Панель навигации». Давайте сначала с жестами. В жестах у нас есть быстрый доступ к камере по двойному нажатию на кнопку питания. Навигация в системе с помощью трех кнопок, с помощью двух кнопок. И есть полностью управление навигацией с помощью жестов. Если же все-таки вы предпочитаете кнопки,
вот эти вот на экране, то расположение можно тоже сменить. Для этого необходимо перейти чуть ниже в раздел «Система», и здесь есть панель навигации. И тут можно перестановку делать как хотите. Слева направо дополнительные кнопки меню. Есть возможность спрятать эту панель вот с помощью этой кнопки. Поэтому настроить и под себя нужные параметры выбрать. Здесь такая возможность есть. Также можно добавлять пользователей. Можете выбрать как администратора, можно добавить гостя, чтобы дать этот планшет с своими информациями и приложениями уже отключенными, а чтобы он там сам свои приложения настроил. Это нужно тогда, когда у вас в доме одним устройством пользуется больше одного человека. Огромным плюсом является то, что у этого планшета снизу отверстия, как здесь, так и здесь, это у нас отверстие динамика, стереодинамика. Сейчас я немножко отдалю камеру, и мы сможем протестировать звук. Давайте запустим музыкальный тест. И я буду тестировать, стараться буду тестировать мелодии одинаковые. Слева у нас P20, а здесь P20 HD. И тестируем. Запускаю мелодию здесь. Звук. Стоп. Звук полностью одинаковый. Может, вам кажется, что как-то отличается, но на самом деле ничего такого нету. Попробую даже одновременно запустить. Получилось. А теперь вот так вот делаю. Звук уходит и туда, и туда. Все верно, звук одинаковый. Теперь запускаем GPS-инфо. Смотрим, как выйдет быстро на связь, потому что на этом планшете я запускаю его первый раз. Здесь я уже запускал. Ну, давайте для эксперимента здесь запущу. То есть здесь он еще ищет. Вот этот же был позже запущен, вот этот точнее. Этот раньше. Покамись не находит. Ждем. О, этот споймал, пошло. То есть первый раз, ну и пошел он тоже быстрее, и этот начал связываться. То есть нужно около 15 секунд, чтобы он в частном доме в плохом месте связался. А вот какие типы спутников поддерживают? Пожалуйста, поддерживают GPS, GLONASS и Beidou. Пойду-ка я схожу на улицу, чтобы кое-что проверить, и потом вам сообщу. Выйдя на улицу, он сразу споймал целую кучу спутников, но кажется, в моем случае моделька P20 HD чуть мощнее и ловит сразу все спутники GPS, GLONASS и Beidou. А вот с версией P20 немножко другая ситуация, и не всегда, не сразу споймал Beidou, то есть ловил только GPS и GLONASS. Поэтому я и засомневался и решил пойти на улицу, чтобы проверить эту информацию. Итак, тест пройден. Теперь запускаем тест игры на P20 HD. И начинаем тестировать игру. Напомню, что установлены максимальные настройки. Вы будете видеть, как он подлагивает, подвисает. И скажу, что даже подгружается вообще сама игра достаточно долго. Звук максимальный, графика. Ничего не делаю, вот он пытается сейчас подтягивать игру в реальном времени. Теперь начинаю езду. Подтормаживает. На максималке он подтормаживает. Ну, играть можно.
Если захотите поиграть в какие-то игры, то смело можно. Теперь о разрешении в YouTube. И проверить еще нужно микрофон. Теперь запускаю на YouTube видеоролик на модели P20 HD. И посмотрите разрешение, какое будет здесь. И послушайте, какое звучание будет. То есть фильмы смотреть на нем тоже прекрасно. Благодаря стереозвуку, объемному звучанию. Вот, к примеру, отрывок трейлера «Конь Юлий» и «Большие скачки». Без всякой обработки звук. Радостные предчувствия. Вон они. А, погоня! Отдай князя, дурак! Не могу! Он мне самому нужен! Я жениться хочу! Как она прекрасна! Она пахнет белым. Качество 144 до 1080p. То есть звук громкий, мне приходится даже перекрикивать. И хотя у меня звук записывается на петличный микрофон моно, то все равно здесь, думаю, вы слышите, что качество звучания отличное. Для фильмов, спецэффектов то, что надо, подходит. Если же видео снималось с частотой кадра больше 30, например, 60, то этот планшет тянет такое видео без проблем. 4 гигабайта оперативной и 128 встроенной. X88 Pro Plus. Это, кстати, обзор на приставку, TV-Box-приставку 4128 по памяти. Обзор смотрите здесь в подсказках. Давайте запустим диктофон и протестируем, как же записывают микрофон встроенный. Выбираем максимальное качество, тип записи в данном случае MP3, что тоже хорошо. И сейчас мы проверим, где же микрофон находится. То есть он должен находиться вот здесь, вот снизу, да? Нажимаем на запись. Привет, привет. Тестируются планшеты класс P20 HD и H, точнее просто 20. И у нас проверка микрофона. Шуршу здесь, где микрофон. Вот здесь. Раз, два, три. Раз, два, три. Все, что вы слышали, это уже тестировалась запись. И вот такие вот тесты были на этом планшете. Качество, конечно, остается желать лучшего, но для бюджетника нормально. И явно мы определили, что микрофон находится точно здесь. Но улавливает, если будем крутить его, вертеть, то от всего корпуса собирает звук, что нехорошо. Теперь осталось подвести итог. Кажется, планшет с 10-м андроидом и с таким выбором по характеристикам, ну и естественно цена около $30 разница, но зато по комплектации богатой, все что нужно в комплекте есть, включая качественный фирменный, что немаловажно, чехол, плюс поддержка что там, связи 4G, 2 сим-карты, либо сим и карта памяти, и память сразу увеличивается. Но по тестам видно, что если хотите, чтобы он более функциональный был, более шустрее, то, конечно, брать HD, потому что здесь и памяти побольше, и экран здесь качественный. Кстати, хочу вам кое-что показать. Так, включаем темную тему, и хочу показать вам не совсем хороший, ну, эффект, наверное. Темная тема. Теперь, думаю, вы сможете увидеть, что края вот здесь вот засвечены. Ну, чтобы вы поняли, о чем я. То есть идет засвет из-за того, что матрицу внутри как-то натягивает. Вот посмотрите, эти белые края вот здесь вот. Видите, как белеет? Это из-за того, что я давлю на корпус. Поэтому если вас это как-то будет пугать, ну, в глаза так не бросается. Но все-таки, когда запускаешь экран и видите, что по бокам где-то белый такой просвет, это значит, что, ну, как-то какое-то давление идет на матрицу изнутри. Слегка она подтянута, так сказать. Начинаешь вот так вот двигать корпус, это изменяется, цвет белый пропадает, становится все черным, но зато где-то в другом месте появляется. Поэтому, ну, меня это не пугает, заказчиков тоже. Но думаю, что если для вас это принципиально, вот хотите, чтобы черный экран был черным, когда вы его включаете без всяких засветов, то тогда должны вы были это узнать. Ссылки на эти планшеты есть, цена доступная, памяти здесь предостаточно, работает и справляется со своими задачами хорошо. Ну, для повседневных задач, а вы видели, для чего здесь есть Viber, Zoom, и использовать их для общения с друзьями, быть на связи, то, что нужно. Все, друзья, ставьте лайк, напишите, что вы думаете об этих планшетах. До встречи в новых видео. А я сейчас буду распаковывать Poco M3 черная версия. Синяя у нас уже пришла,
Этот распакуем и будем делать сравнение с Poco X3. Чуть не забыл, нужно ж показать еще тесты фото и видео. Теперь я прощаюсь, а вы посмотрите тесты. Тестируется камера в планшете T-Class. Здесь у нас заявлено 5 мегапикселей. Звук вы слышите, это съемка из машины. У нас закончился бензин, потому что пока все до путя доведем, точнее Владюшка доводит сейчас до путя, не работает в баке датчик. Ориентировались по спидометру, но, как понимаете, это не то. Автофокус сам подстраивается. Сейчас посмотрим время. Неплохо. Ну, понятное дело, что с шумами. И сейчас выйду на улицу и потом потестируем переднюю камеру. Но пришлось тест продолжать уже на второй день. И не в машине, не рядом с машиной. Что, собственно, и тоже хорошо. На улице пасмурная погода. 12:41. Качество картинки вы видите. Теперь тесты передней камеры. Передняя камера. 1, 2, 3, 4, 5. Качество звука слышите, картинку видите, 1, 2, 3. Сейчас фотографии, а вам желаю хорошего дня. Пока.